газификацию микрорайона Дивны в поселке Индустриальном планируют провести по максимально ускоренной и упрощенной схеме. В мэрии совместно со специалистами Краснодаргоргаза рассматривают возможность решения вопроса без дорогостоящего строительства газораспределительного пункта, что важно в непростых экономических условиях. С просьбой решить проблему газификации микрорайона к Владимиру Евланову местные жители обратились на очередном приеме граждан. С учетом того, что у нас недособранная здесь схема газоснабжения и, так сказать, перспектива такая, что нам нужно некоторое время до завершения строительства, но мы договорились с директором Горгаза, что он посмотрит возможные варианты более ускоренного решения этого вопроса. Я лично поучаствую в том, чтобы мы завершили вот монтаж всего трубопровода без ГРП, чтобы запустить эту систему без ГРП по низкой стороне. Среди других обращений вопрос многодетной семьи Перепечаевых. Родители четверых детей рассказали о том, что их исключили из очереди на предоставление бесплатного земельного участка. Причина – одно событие в жизни семьи, из-за которого она перестала отвечать требованиям законодательства претендентам на землю. Мы взяли ипотеку тоже в городе Краснодаре. И так получается, наш дом достроился, и настал период заезжать в свою квартиру. Соответственно, мы были вынуждены с предыдущего места выписаться и в установленный законом промежуток времени прописаться. Пока оформляли документы, краснодарская прописка прервалась, а по закону претенденты на бесплатный участок должны иметь непрерывную регистрацию в регионе не менее 5 лет. Владимир Евланов поручил юристам администрации помочь семье с оформлением необходимых документов. Среди других вопросов, с которыми пришли горожане, льготная ипотека, переселение из аварийного жилья, выкуп муниципальной земли под малый бизнес. Всего 10 обращений. Такие встречи мэр проводит каждый месяц в приемной на длинные 134. Горожане получают развернутые консультации и помощь. Глава подключает к решению вопросов ответственные службы.